Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Ну что, Лига Мастеров 2 звезды, но посмотрим, где здесь мы. Слушай, до сих пор в Лиге Мастеров 2 звезды, но ранг 81. Так, ребят, поехали. Поехали, сегодня должны мы дойти до Лиги Мастеров 3 звезды. Хотелось бы, конечно, попасть в топчик, но тут уж как карта ляжет. И придется нам с тобой вот брать тяжелую артиллерию. В данный момент я беру маузеров и, наверное, возьму зэка. Я думаю, их двоих здесь будет достаточно. По инициативе у них нету сильных персонажей, как я посмотрю. Ну, не считая, конечно, маузеров. А, майки! Ты, майки, это мой, ё-моё. Маузеры мои, я вообще уже брякнулся. Так, давай посмотрим. Все. Им хана, ребят. Зэк и маузеры делают свою добрую работу. И, соответственно, распетрушиваем эту команду. И, судя по всему, если мы будем с тобой опять же по 10 ступенек проходить, то есть 81 должна быть 71, так? Меньше дают. Я, честно говоря, рассчитывал на больший, как говорится, приток кубков, но мне дают меньше. Ладно, с этим ничего не поделаешь, будем бороться. Так, ну что у нас тут? Давай, Армагон, я знаю, что всех вырубить вряд ли сможешь, но Донателло, я думаю, тебе в этом деле поможет, как добивающий. Вот и все. Вот такая, ребята, у нас техника. Джиу-джитсу. Погнали дальше. С 74-го места мы переходим на 64-е. Но здесь уже ровно 10 ступенек пролетели. Тут даже не придраться. И надо мне 17-24. Угу. В любом случае надо 17-24, но никак не 17-23 и 22. Вот. Блин, майки. Майки, ребята, 78 уровня. Это серьезная заявка. Это при... Ну, практически это топ. Если он сейчас первый сходит. Я не знаю, ребята, по инициативе зэк все-таки сотка круче, чем майки. Сейчас проверим. Да, он круче, но вот замедление сработает ли? Сработало на всех. Так, давай, 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 маузеры, бомбим. Крошим их всех в муку. По-другому и не скажешь. Прекрасно. Просто идеально, друзья. Ну что же, прошли мы этот поединок. С 64 на 54, да? 10 кубков берем, то есть еще 5 поединков. И мы с тобой будем уже в Лиге Мастеров 3 звезды. 17-24. И самое удивительное, что здесь нету Микеланджело. Берем Бакстера, возьму Кожеголового. Бакстер, Кожеголовый. И на всякий случай я возьму майки. Слушай, ну вот если я майки беру и хочу сделать им уклонение, зачем мне тогда нужны слабые персонажи? В любом случае, если они будут ходить, уклонение нам не поможет. Ну ведь согласись, старшикам еще как-то, может быть, поможет, но малышам вряд ли. Хотя... Да. Слушай, ну тут хорошо получилось у нас. Пускай даже Кожеголовый не добил всех, но двоечку он все-таки уложил крайне. Но, видишь, Бакстер Стокману смертельной волной все-таки умудрился завалить. И даже Ваньку, у которого было больше половины хп. Я думал, что он выстоит. Но не тут-то было. Такс, Руфина у нас, друзья мои, у нас Руфина. Короче, берем Макмана вместе с Крэнгом. Крэнг бьет волной, точнее лучом. Макман, ну, как понимаете, он должен быть на добивке у меня. Сейчас глянем, что у нас из этого. Тихо, ты куда лезешь? Офигеть, он еще, ребята, выстоял. Он выстоял против Карайки 79 уровня. Как так может быть? Да ну хорош! Блин, давай быстрее вали их. Офигеть, бедный Кесси. Две атаки пережил, прикинь. Тем более, ну, довольно высокого уровня у персонажей. Выстоял все-таки. Красавчик, а? Кесси, ну просто молодец. Даже ничего сказать не могу против. Так, значит, берем Леонардо, берем Пиццелицева.
Блин, мне не нравится вот то, что здесь опять же, ребята, этот, Сплинтер. Ну, Лео сделает вертушку, понятное дело, да? Лишь бы Эйприл упала. Я не хочу, чтобы она захиляла всю команду и мой удар. Давай плюху. Шикарно. Все-таки подбили мы их. Все-таки мы их подбили, уничтожили. Ну что, 29-е? Блин, 30-е. Один балл зажали. Так, 17-24. Ну что, Рафаэль. Рафаэль плюс Ванька, да? Слушай, какой-то... какой-то небольшой, ребята, у меня дискомфорт вот в этой комбинации. Я не спорю, я сейчас бомбану. Рафаэль бьет первым, но сможет ли Ваня добить? Фу ты, смог. Блин, я просто переживал, если он не разбомбит. У меня же в команде, как ты видишь, слабенькие персонажи присутствуют. И, конечно же, они начнут их бомбить. И опять они начинают, ребят, потихонечку зажимать баллы. Они начинают зажимать баллы. Ну, не баллы, я имею в виду, ну, кубки, баллы, можно и кубки назвать баллами. Зачем они так делают, а? Потихоньку, потихоньку, там 9 баллов дали, потом 8, 6 баллов дали. Десятку практически, ну, перестали давать. Вот смотри, 22-й должна быть 12-я, да, позиция? Оп, здесь балл урвали. Ну, жуки, а. Ладно, я тогда буду, ребята, им мстить. Я возьму маузеров и возьму слэша здесь. Слушай, слэш здесь не нужен. Почему? Потому что, друзья, он очень медленный. Здесь возьмем лучше Мусаги. Потому что маузеры сделают первый ход. 100% мы здесь всех добить не сможем. И потом они начнут тут меня полосовать. Поэтому давай глянь, сколько маузер не добьет и кого оставит. Троих. Ну вот теперь представь, если бы здесь бы был бы у нас... Ну, опять же, под вопросом, ребят, я не знаю по поводу вот этих персонажей, как у них инициатива. Но я знаю, что когда у меня в команде стоят там разного вида, то слэш далеко не первым и не вторым начинает движуху свою. Он пропускает сколько... смотри, Тони. Он пропускает сколько-то бойцов. Кстати, 79 уровень. Это за предел. Это за предел. То есть это, по-моему, самый максимальный уровень, который есть в игре. У противника, я имею в виду. У нас-то он 100 уровень. Вот. И слэш пропускает ходы. Пропускает противника, давая шанс ему разобрать нас. Поэтому я не стал рисковать и заменил. Хотя Ваньке тоже, ребят, не совсем я был на 100% уверен. Но, видишь, все у него получилось. Так, нормально здесь идем. Здесь сразу... Ну, понятно, Супер Шреддер и Маузеры. Это лютая комбинация. Ну и мы переходим с вами, ребята, в Лигу Мастеров 3 звезды. То есть... Не забывай, что завтра у нас понедельник. И завтра, друзья мои, у нас переходит новый боец в платиновый ранг. Да я думаю, вы не забыли. Дам я вам тут забыть, конечно. Каждый раз об этом напоминаю. Но тем не менее, ребят, как говорится, еще есть время и момент проголосовать за своего любимого персонажа. Все склоняются к ролевикам, но я не понимаю, ребята. У меня, по-моему, там кто-то правильно написал. Ролевые, по-моему, все прокачанные. По-моему, я имею в виду в платиновый ранг. Кто-то попросил показать весь список. Но я покажу, наверное, после того, как мы с тобой на арене завершим поединок. Посмотрим, кто у нас там метит в платиновый ранг. Мне бы хотя бы полтинничек бы здесь занять. Ну, 50-е место, и все, ребята. Я могу быть спокоен. Ну, своими силами, конечно, тут уже не получится. А надо брать, обязательно брать откаты. Слушай, бойцов-то еще сколько? Ёк-макарёк, ты видел?
там еще на поединках 5-6 точно наберется. А может даже и больше, если мы по 3 с тобой берем. Всего лишь по 3 персонажа на основную и 2 по откату. Там дофига выйдет. Ну давай-ка, Нейча, добивай их всех. Тебе, как говорится, ничего не стоит на добивку, потому что она сама по себе, ну, самодостаточный боец. Ей не надо, как говорится, что-то там промывать мозги и что-то тыкать носом, показывать, что ей надо делать. Она все знает прекрасно сама и без наших, так сказать, подсказок. Ну что, маузеров возьмем и Кренга. Маузеров и Кренга. Раз, два, три. Погнали. Так, ну что, здесь у нас по инициативе сильный это Хан. Если маузер сейчас не завалит, он сделает удар. Кому только он сделает удар? Питу, бедолаге. Питу досталось. Ну, то есть, смотри, у нас из инициаторов, да, Хан и Карайка, получается, которые довольно сильные тоже по скорости. Но они скоростники, но атаки, ребята. Но у Карайки, ладно, у Карайки есть массовая атака, но у Хана у него только массовый дебаф. Массовый дебаф понижает защиту. Ну, такой себе, понимаешь. Единственный плюс, да, что он может рвануть первым в поединок. И, например, если он хорошо прокачан, он может убрать ненужного нам персонажа. Или же сделать дебаф на всех. Вот опять он тут стоит. Вот опять он в этой команде стоит. Опять нам нужно с ним, блин, разбираться. Вот этот удар, ребята, очень смертельный. Если бы он попал бы по слабенькому персонажу, да, например, там, по Железноголовому или по Рокзару, он бы мог его вырубить, скорее всего. Именно вот этим вот ударом. Вертушка, так скажем. Ну что ж, давай тогда возьмем здесь. Кожеголовый будет у нас выступать вместе с Армагоном. Слушай, ну серьезно, бойцов дофигища еще. Я думал, их будет меньше. Так, ну что, поехали. Начнем с Валунчика. Так, уже головы, давай. Добивай. Армагон, когда бросил валун, ребята, он повесил на себя броню. Поэтому Сплинтер, когда контратаковал, он просто ему снял броню. Но он ему не нанес вообще нисколько урона. Слушай, мы с тобой уже на 42-й позиции. Мы уже полтинчик переплюнули. Но я уже дальше буду продолжать, ребят, пока у нас есть возможность. Ну, возможность у нас какая есть? У нас есть персонажи, которых можно брать. Поэтому... Слушай, ну если по 3 героя брать, мне так кажется, мы в топчик можем зайти, друзья. Вполне. Мы с тобой берем 2 на откат, 3 персонажа основных. Там персонажи еще, ну, на поединков питок точно наберется. А 5 поединков, это, считай, 50 ступенек. А мы с тобой уже на 52 ступени стоим. Даже не на 52, а на 42, по-моему, да? Ну да. Да, скорее всего, в топчики зайдем. Чего уж тут стыдиться, как говорится, говорить правду. Ну, давай, раз, два, три. Проверим. 78, 79. Ну, тут понятно, уже будут даваться нам запредельные, конечно, уровни. Но что они могут сделать против Маузера и против Армагона? Мне кажется, вообще ничего. Ну, просто ничего. Абсолютно. Вообще беспроблемно все. Все, ребят, беспроблемно. Так, двигаемся дальше. Давай 25-ю, а? 24-ю дождали. Гуля. Ну давай, Гуля. Погуляем. Гуля, Гуля, Гуленька. А Гуля, полное имя, получается, Гюльчита, что ли? Или нет? Гуля, я же сомневаюсь, что... Гуля,
Вот и это. Гульчата, наверное, да? Сокращенно Гуля. Скорее всего, так. Ладно, друзья мои, ну что, здесь выиграли и двигаемся дальше. Смотрим, какая там 14-я позиция будет. 13-я. Хорошо идем. Ребят, по 11 ступенек начали мы продвигаться. До этого нам почему-то занижали. А теперь, наоборот, повышают. То есть на не 10 кубков стандартных, которые должны быть, а по 11. Вообще нормально. Так, давай влупим. Блин, что-то какой-то крепкий зеленый чай у меня заварился. Ох, аж терпкий такой, сильно терпкий, ребят. Так, я про Хана забыл. Хорошо, что, ребята, у нас Карайка выжила, да? Выстояла. Он, ну, с одного удара, ребят, пол хп ей снес. Но третья позиция. Четвертая. Ну, здесь немножко своровали они у меня. Ладно, ребята, последний бой, и мы с вами в топчике. Просто в топе. Поехали. Так, Маузер, естественно, в бой. Ну ладно, давай кубарем. Не стал рисковать, думал, сейчас по одному, ну, каждого разберу по-своему, но это было бы рискованно. Все, друзья мои, топ. Ха. Просто топ. Ну что же, теперь давай собирать наши лавры. Так, сходим с тобой на серию испытаний. Раз, два, три. Ребят, 4 этапа и, в принципе, все. Так, мне нужен твой Лео, скорее всего. 4 этапа, ребята, мы с вами проходим смятение в очередной многосотовый раз. Так, Маузеры, да? Еще и броню повесили, молодцы. Поехали, начнем с массовых, потому что нам нужно снять броню со всех. У них, по-моему, двойная, если я не ошибаюсь. Да, у них двойная. Давай, наверное, сделаем вот так вот. Мне нужно хил. Вот он. Ну, почти, почти, ребята. Фулово захилял. Бамс. Ну и последняя волна здесь у нас. Три крысы, крысиный король и Рокстеди. Вертушку? Да ладно ты, серьезно. Эту первую четверку игроков просто сразу с одного, ребята, удара вырубили. Прекрасно. Так, заберем награду и пошли теперь. Так, уровень. Да уровень, по идее, должен подняться у него, ребят. Так, 89-й. 89-й уровень прокачали. Теперь ищем Алапекс. Так, что-то я ее потерял, друзья. Так, Дони. Алапекс у нас, вот она. Давай этот удар тогда. Значит, нам нужно 4 эти куклы. Раз. Так, только одна кукла. Надо еще 3. Так, вторая. Третья и последнюю. Так, четвертая. Четвертая кукла Дарума у нас найдена. Так, это что у нас там за передатчики? 6 штук нам нужно. Ага, отслеживающее устройство. Так, второе получается. Второе. А, третье.
четвертое. Хотел сказать уже пятое. Но это микроскоп. Ну. Да, все, ребят, пицца кончилась. Не нашел, блин. И остается нам единственное, это что? Подожди, кстати, я хотел посмотреть по осколкам. Да, ребята, 370 плюс 70, это будет 440. По поводу бойцов, ребят, кто у нас не в платиновом ранге? Смотрите, начинается это, пожалуй, вот. Ага, нет, смотри. Змея Карай, ребята, не в платиновом ранге. Дальше идем. Тимати не в платиновом ранге. Астрозуб не в платиновом. Донателло Видение не в платиновом ранге. Бакстер Муха не платиновый ранг. Рафаэль Оригинал не платиновый ранг. Шинигами не платиновый. Донателло Оригинальный тоже нет. Мотогеноид не платиновый ранг. Так, Леонардо, вот эти все в платиновом ранге. Дальше пошло. Донни, Рокстеди, Бибоп, Рокстеди, Голубь Пит. Они не в платине. В общем, все, что ниже, уже не в платине. Леонардо Видение и Рафаэль Видение в платине. Хан и Микеланджело тоже в платине. Рокстеди нет. Здесь тоже, ребята, не в платиновом. Леонардо Классика, Рафаэль Классика, они не в платине. Вместе с Севермонтусом. Также оригиналы тоже, ребят, практически никто не в платине. Морозильная кошка, Бибоп, кролик классический тоже не в платине. В общем, вот такой, ребята, расклад. У вас есть, как говорится, до завтрашнего дня, до 3 часов дня. Я зайду, почитаю комментарии. У меня уже сложился, ребята, в данный момент график, кого прокачивать. Но все может поменяться. Все зависит, как говорится, от вас. Да, и я вам скажу следующее. Если кто-то там, один человек очень много мне присылает вот этих вот, давай, это не считается, ребята, один голос всего лишь, один человек, один голос. Хоть ты там 30 раз напиши, все равно будет учитываться всего лишь один голос. Так, ну что, а на сегодня, друзья, пожалуй, можно спокойненько и... Нет, нельзя, еще нельзя, ребят, спокойненько, потому что у нас вот что. Какой спокойненько, когда у нас фарм. Ну что вы, вот, ну, вот это... Так, снаряжение духа-то хорошо. Есть, эксперт снаряжение, нормально. Сколько еще? 32. Еще 32. Китайский фонарик. Доллары. Две попытки, ребят, последние. Снаряжение дух. Так, две... Подожди, две же попытки даже... А! Думаю, что такое-то? Но, блин, какие-то осколки. Ну что, друзья мои, а вот теперь уже да. Теперь уже можно закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!